Жители городского округа Люберцы смогут проверить свое здоровье в единый день диспансеризации. На этот раз он пройдет 24 июня во всех поликлиниках округа. Люберчане смогут получить консультацию терапевта, узких специалистов и сдать некоторые анализы. Прием будет проходить с 8 до 14.00. Для того, чтобы узнать о состоянии своего здоровья, достаточно прийти в поликлинику по месту жительства с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Также при себе необходимо иметь СНИЛС. Напомним, что по охвату диспансеризации городской округ Люберцы занимает 4-е место в Московской области. В прошлом году более 50 тысяч человек воспользовались этой возможностью. Луиза Игязарян, телеканал ЛРТ.